Вот такую сделал декоративочку на одну стенку. Называется Версальская. Сейчас в этом видео вы посмотрите всю технологию. Цвет просто белая краска, покрыта полностью перламутром, золотым, а отлив такой как бы серебряный получился. Так что смотрите, как можно сделать это из обычной шпаклевки. Как делать, смотрите дальше в этом видео. Итак, подготовился уже грунтовать поверхность. Здесь просто гипсокартонная перегородка, стена и пошпаклевана финишной шпаклевкой. Сейчас я буду грунтовать. Грунтовать буду вот такой контур-концентрат. Неплохая грунтовка, разводится один к трем, очень выгодно. Я развел уже, буду грунтовать. Так, сейчас натяжной потолок заклею малярным скотчем или лентой малярной, бумажный скотч, по-разному называется. А то будет как тогда, если не заклеить. Знаете этот анекдот? Про как тогда. Короче, пока клею, расскажу. У зайца украли телефон. И он собрал всех животных в лесу и говорит: короче, чтоб завтра вернули телефон обратно. А то будет как тогда. И ушел. Те звери собрались. Что? Что тогда было? Не знаю. Никто не знает. Давай вернем. Мало ли. Короче, все, на следующий день позвали зайца. Вот, на тебе телефон. И спрашивают: а что тогда было? Заяц говорит: ну как что было? Взяли и не вернули. Крайне смешно. Так что делаем по-нормальному, заклеиваем. Шпаклевка обычная, Илмакс, 15 килограмм, полимерная, финишная. Просто обычная шпаклевка для отделки. Было у меня где-то оставалось треть мешка, вот так вот где-то развел, вот так вот где-то было. Получилось чуть больше пол ведра 10-литрового, и посмотрим, насколько хватит. Так, наносить буду обычными шпателями, формировать рисунок буду все той же терочкой самодельной, которую я сделал. Это верх подоконника пластикового, ручка от терки пластиковой. Все, в принципе, рабочее. Так, сейчас планы от верха. Сверху начинаю, наношу, формирую рисунок. Дальше наношу, формирую рисунок. Наносим где-то примерно миллиметр толщины. Вот такими движениями.
Очень легко все стыкуется. Слой, если не пересох, то легко будет стыковаться. Вот так вот. Вот должно быть вот так вот получаться. Очень красиво. Вот угол мало дал чуть-чуть, вот уже подстыл. Это несложно, добавим. Хорошо, что можно в любом месте добавить, убавить. Пока свежее, можно все формировать. Так это смотрится. Сейчас вот здесь я буду стыковать.
Так, вот у нас стык есть. Вот стык. Не боимся. Заходим сначала сюда, потом на то, что мы уже сделали. Не боимся добавить тут рисунок. Рисунок у нас хаотичный, поэтому можно, не стесняясь, заходить. Тут, конечно, тоже у нас свежее. Ну, чуть-чуть подстыкшее. Ничего страшного. Формируем рисунок. Это же декоративка, поэтому сильно не паримся. В целом будет неплохо смотреться. Тем более вы делаете для себя. Вот такие вот, как жена называет, сопли наделали. Вот так. Ну, еще не подсохло. Вот такая мазня. Так, получается, что ждем высыхает и думаем, как красить.
Итак, стена высохла, покрашенная. Вот сбоку поставил лампу. Можно, конечно, оставить так, если хотите светлую комнату. Но я хочу покрыть полностью все перламутром. Не по верхам, а просто полностью все, чтобы проявить рисунок. Потому что просто белая стена, рисунок не особо видно. Вот. Ничего не видно. А хотелось бы подчеркнуть этот рисунок. Вот, ну что-то просматривается вот с этой точки. Сниму потом, когда покрашу все полностью. Посмотрим, насколько выделяет рисунок перламутр. Перламутр взял я вот фирмы Alicor. Перламутровая, золотой жемчуг. Так, сейчас ее разбавляем до рабочего состояния, до жидкой консистенции, потому что сейчас она, конечно, густовата. Разбавим, болтовочки добавим. Не знаю, я не меряю сколько, по граммам точно не могу сказать. Просто вот добавляю, можно сказать, до полного. Открывать буду обычным мохнатым валиком. Так, валиком всю стену закатали перламутром. Теперь берем вот такую кисть и, макая в перламутр, будем вот такими вот движениями намазывать перламутр, чтобы создать фактурку такую лепестковую, можно так сказать. Наливаем красочку. Берем нашу кистью. Так, немного. Вот такими вот движениями. Сразу, конечно, видно не будет сильно. Ну, когда подсохнет, направление этих блесточек, которое создает отлив, будет меняться. И тогда мы увидим, как оно все будет играть с цветом.
Вот так получилось. Конечно, покраска меня что-то перламутром не впечатлила. Очень что-то с ним сложно мне показалось работать. Кистью, когда сделал мазки, вот такие типа пятна, не пятна. Короче, с покраской буду еще думать, что тут делать. Вы тоже пишите комментарии, как можно покрасить. Хочется светлого какого-то. И чтобы не было таких явных перепадов. То есть можно было, конечно, закрасить ямки, там, к примеру, поверху пройтись светлым. Ну, что-то хотелось, чтобы было светлее. Ну, тут получилось таким металлическим отливом. Такая стена. Ну, как бы технологию изготовления шпаклевки декоративной показал. Покраска. С покраской вопрос, конечно. С покраской мне еще нужно учиться. Что-то пока мне не получается так, чтобы все файно было. Ну, буду пробовать. Буду пробовать на кусках гипсокартона разные варианты покрасок. И также учитываю ваши буду комментарии. Это сейчас у меня стоит лампа. Имитация дневного света. Ну, конечно, будет не так. Будет более объемно свет светить. К сожалению, только есть время выполнять работу. После работы это вечером или же на выходных. Ну, пока что вот так получилось.